мы нашли заброшенный город Даск. Мне нравится этот город. Он значительно приятнее Портсмита. Вообще, Портсмит, конечно же, мой нелюбимый город. Ужасный. Так, гостиница Даска. An eerie silence pervades the deserted inn. Suddenly, a ghostly apparition appears, asking, sign in. Так, an eerie silence. Жуткая тишина. Жуткая тишина пронизывает заброшенную гостиницу. Внезапно призрачная, так, apparition. Призрачное видение появляется, спрашивая, сохранится? Да. Fuller's feet. Еда Фюлреда. A faint outline of a man appears, saying. Так, a faint outline. Слабый контур мужчины появляется, спрашивая. Нужна еда. Город призраков. Да. Воу! 200 золотых монет. С каждого. Нет, мы... Лучше мы сожрем наше золото. Все здания находятся вот на одной линии, это очень удобно. Вся, если глянете на карту, правая часть Даска — это помещение, левая — это лабиринт. Темплгейст. Полтергейст есть, а это типа храмгейст. Темпл Гейтс. Храм Гейтса. Итак. Bright lights swirl throughout the room. A horrifying voice shrieks. Need help. Горящие глаза. Так. Swirl. Кружат, что ли? Да, похоже на то. Horrifying, жуткий, что ли? Сейчас более точно ужасающий. Bright. Блестящие глаза кружат по всей комнате. Ужасающий голос. Шрайкс. А,
виск, скрежет, скрип переводится. То есть ужасающий голос визжит. Нужна помощь? Да. Так, здесь также за 25 монет восстановить здоровье, как в Сорпегале, и всего лишь за 45 монет сделать пожертвование. Это самое дешевое пожертвование. Дешевле уже нету. Каспер's Fine Spirits. Забавные призраки Каспера. Это бар. Так, выпить. Килгаран is in is и Мейс. За чаевые бармен рассказал нам, что Килгаран находится в лабиринте на юго-востоке. Или нет, не на юго-востоке. Из Имейз. В общем, Килгаран находится в лабиринте. Ну, по карте видно, что... Хотя да, все правильно, на юго-востоке лабиринта. Как помните, когда мы прошли первый основной квест, доставив Агару свиток, он отправил нас к своему протеже Тилгарану в Даске. Что ж, теперь мы знаем, где искать Тилгарана. Так, слухи. У Сорпегале 8 статуй. Да, мы это знаем. 7... Всему городу и одна потерянная за секретной дверью, но ее мы тоже нашли. Так, Mystical Metal Works, мистические металлические работы. Так, что еще раз? Молодой гном материализуется, спрашивая: нуждаешься в моих услугах? Да. Итак, здесь продаются лучшие оружие. Купить лучше невозможно. Они все магические. То же самое касается и доспехов. Очень хорошо. Но пока не будем тратить деньги. Так, Skill Potion, Potion of Life. Свиток возвращения. Магическое масло. Санскрол. Так. Что такое Potion of Life? Potion of Life — это... Два заряда оно имеет. Заклинание. Аналогично заклинанию клерика 6-2. То есть воскресить мертвых. Очень хорошо. Так, а магическое масло, Magic Oil, 3 заряда, колдун 6-5. Ага, перезарядка предмета.
С помощью магического масла можно перезарядить предмет, свиток возвращения, Return Scroll. Так, клерик 6.5. Ага, городской портал. Очень удобно. Так, а Skill Potion это... Skill Potion. Ага. 5 зарядов повышает текущий уровень на 5 единиц. Но я так понимаю, на время боя. Да. Мощнейшие зелья продаются здесь. Что не может не радовать. И последнее. Клерман's Training. Тренировки Клермана. Several empty suits of armor approach asking. Несколько пустых костюмов брони. В общем, несколько пустых доспехов спрашивают. Нуждаешься в тренировке? Да, и нам еще очень много опыта нужно. Что ж, идем. Ага, здесь темнота. Идем в самую юго-восточную часть лабиринта. Так, замочим по пути кентавров. Постоянно усыпляют. Ух, черт. Плохи дела. Не так страшно, конечно, как паралич, но каждый ход нас усыпляет кто-то. Часть кентавров нас усыпляет, а другая часть потихонечку бьет. И мы, в принципе, то же самое ничего не можем делать, просто... Да... Надо сбегать. Хорошо, что я сохранился. Так, еще один заход. И на этот раз удачно. Эльф, одетый в робу
Approaches. Приближается. Да, подходит. Эльф, одетый в робы, подходит. Друзья, я Тюлгаран. Этот свиток, что ты принес мне, будет очень полезен. Награждает нас 2500 опыта. Держи 1500 золота за твои услуги. Я расскажу тебе секрет. Если сокровище — это то, что вам нужно. Да, сокровище — это то, что нам нужно. The brothers you must find, Portsmith and Algary are combined. Братьев ты должен найти, Портсмит и Алгари объединить. Угу. Итак, нам нужно найти братьев. Один живет в Портсмите, другой в Алгари. Мы уже находили в Портсмите заметку с местоположением Зама или Зома, не помню. В общем, одного из братьев. Мы прошли только что... Выходит какой-то уже второй основной квест. Так, нет, сохранимся для начала. Теперь мы направимся в очень опасный Портсмит. Все-таки надо перелетим. Благо, это очень быстро с заклинанием полет. Сохранимся. И нужно отыскать... одного из братьев. Так, сейчас посмотрим. Портсмит, так. Так, второй перекресток. Налево здесь нужно. Отдохнем. И, кажется, да, это здесь. Вот он прямо за этой стеной, но проход находится секретный в конце коридора после битвы с монстрами. А. Не страшно. Ну, понятное дело, сразу же клериков будем гасить. Действовало.
Так, испытаем Lightning Bolt. До 3 противников. Урон зависит от нашего уровня и потребления маны тоже. 5 ман. 3, 4. И один драгоценный камень всегда будет тратиться. Очень хорошо. Смертельные шипы. Парализован. Так, мы вошли. Поворачиваем налево. Так, вперед. И еще раз. Есть. I am Zom, astral brother of Zom, and only living male residing in Portsmouth. My clue is C15. Я Зам, астральный брат Зома и единственный живущий мужчина в Портсмите. А, единственный живой мужчина, проживающий в Портсмите. Мой ключ C15. Нужно записать это или запомнить. C15. Зам. Так, теперь нам нужно найти Зома. И как мы знаем от Тилгарана, он находится где-то в городе Алгари, в котором мы еще не были. Ага. Так, все, выходим. Скорее бежим из этого города. Сохраняемся. И на этом пока все. В следующий раз мы отправимся в Алгари на поиски Зома. Оставайтесь с нами.